представляем вашему вниманию беспроводную оптическую мышь от компании Afotech модели G7750. Это беспроводная мини-мышь с технологией Hololens Engine. Абсолютная защита сенсора от пыли и влаги. Полностью герметичное днище мыши позволяет использовать ее в экстремальных условиях, например, при повышенной влажности воздуха или пыльном помещении. Мыши данного поколения меньше подвержены износу и отличаются увеличенным сроком службы. Они одинаково четко и быстро работают на любых поверхностях, мягких, неровных и даже на покрытиях с ворсом. Мышь очень эргономична и удобно ложится в руке. Часть мыши на месте охвата большим пальцем прорезинена и не дает мыши скользить в руке. На боковой части находятся дополнительные клавиши, которые по умолчанию выполняют функции вперед и назад. Разрешение оптического датчика от 800 до 2000 dpi. Также возможны такие разрешения, как 1000, 1200 и 1600 dpi. Общее количество клавиш 5 и колесо прокрутки. На нижней части корпуса мыши расположилась кнопка «Включить-выключить питание мыши», место для хранения приемника, а под крышечкой место для двух батареек типа 3А. Также имеется красная ленточка для простоты доставания батареек. Мышь совместима со всеми операционными системами. Радиоинтерфейс приемника 2,4 ГГц, а радиус действия до 15 метров. Интерфейс подключения USB, а также в комплект входит фирменный чехол для переноса мыши. При этом вы можете брать мышь с собой и не бояться, что она поцарапается или протрется. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.